Молодые герои сменяют на постах старых и дают свою клятву на знамени бунтующих дней. Время доброе. В Якутске, у шамана Александра Габышева, серьезное событие назревает. Он отказался идти на последнюю отметку в Якутский психоневрологический диспансер. Полгода он ходил туда, и вот завтра должна быть 14 января последняя отметка, и он отказался. Вот как он в группе объяснил свой отказ выполнить, как говорится, формальную вот такую, собственно говоря, процедуру, которая была определена в свое время судом и там порядком внутренним, как одна из форм контроля за теми, кто попадал в психоневрологический диспансер. Вот как он объяснил свой отказ. «Я отказываюсь отмечаться, ибо это унижение для меня, унижение для вас, мой отряд, унижение для всей свободной России, для всего свободного мира. Я не психически больной, это все происки демонской системы». Естественно, в группе ребята и сторонники начали его уговаривать, но наотрез: тот, кто меня уговаривает, тот, кто не согласен со мной, ну, то есть, одним словом, он тверд в своем решении не идти завтра. Конечно, это все напоминает мне декабрь 19 года. Да, декабрь 19 года. Потом все события, которые разворачивались раньше. Даже вот его, сейчас, скажем так, завещание, которое он уже делает в группе, потому что его сообщения начинаются словами: «Когда меня не будет, когда я погибну». Вот, вот так вот сейчас в группе он пишет. Видно, что, с одной стороны, решимость какая-то вот противостоять, с другой стороны, ну, не совсем понятное для нас, обычных людей. А для него это, да, это вот его логика, его поведение, внутренняя логика его поведения, он подчеркивает: я шаман, и я вот поступаю по другим немного правилам. Конечно же, он себя не считает виновным перед законом, и это его борьба. Поскольку он человек необычный, и доказал своими поступками последние два года, что он, его борьба вот носит какой-то вот такой вот характер, что нет и все, вот такой бунт, восстание, как вот сейчас используют блогеры слова. Но это не бунт и не восстание, это вот линия, которой он вот придерживался даже три уже года, можно сказать. Это наоборот, это его постоянство, его характер, его борьбы такое. Вот он так вот в одиночку восстает, а я вот буду говорить то-то и то-то, а я вот буду делать то-то и то-то, а я вот иду на Москву, так сказать. Ну что ж, дело летописца зафиксировать в памяти события сегодняшнего вот времени и следить дальше, как эти события будут развиваться. Самым бы лучшим был бы исходом, конечно, если бы систему, против которой вот он так вот так вот, вот бой ведет такой, система бы сказала: да делай ты, что хочешь, так сказать, и не в тебе, так сказать, проблема главная. Ну и ладно, он бы вышел бы, и там бы посмотрели, в чем главная проблема. Но боюсь, что система работает так, как она, система-то и должна работать. То есть опять принудительные приводы и так далее, и так далее. Но посмотрим. Никто не знает, как будет. Разворачивается Новый год, новые события, новая эпоха.
Будем верить, надеяться. Ну и самое главное, что всегда найдется хотя бы один человек, как в прошлом году, Андрей Волк, который продолжит дело шамана, если что. Ну, надеюсь, все будет в этом году, все будет не так, как в прошлом. И крепко сжав губы, чтоб не выдать свой страх, они стоят на семи местах и мечтают смениться с поста как можно позднее, период бунтующих дней.